Я представлюсь, меня зовут Елена Корзинок. Я сегодня с вами проведу целый час. Сегодня мы будем затрагивать не только тему здоровья, но тех, кого интересует, как немножко скорректировать свой вес. Если кто-то хочет похудеть, как эти сантиметры убрать с талии. Кстати, сегодня, конечно, чтобы понять актуальность этой темы, скажите, кто бы из вас в будущем, либо, может, к Новому году хочет немножко, несколько сантиметров убрать, поставьте, пожалуйста, тройку в чате, поставьте те в чате, кому тема коррекции веса актуальна. И также, кто сегодня впервые на таком вебинаре, кто сегодня впервые подключился, кто первый раз сегодня здесь, поставьте, пожалуйста, единичку. Вот, чтобы я знала актуальность вопроса, может, если вы не первый раз, то, конечно же, вы о нашей продукции уже слышали. Кто-то уже в первый раз. Хорошо, буду немножко подробно освещать вопросы по поводу продукции, чтобы вы немножко понимали ассортимент. Компания Oriflame – это не только косметическая продукция, но и плюс к этому продукция, категория, линейка ее называется Wellness, и эта продукция предлагается через аптеку. Вы можете, ассортимент достаточно широкий, он имеет разный спектр, но давайте, наверное, с самого начала начнем. Я вам отвечу вообще, откуда эта категория появилась и почему она называется именно wellness. Почему именно такое слово для названия этой категории? А wellness вообще появилось слово в Европе, и не случайно, оно с английского переводится be well, это значит хорошо себя чувствовать, и эта категория, это вот слово, оно в себя включает не только физическое, эмоциональное здоровье, но и кроме этого правильное питание, правильное самочувствие, психологическое настроение. И вот это вот слово wellness, оно легло в основу названия нашей линейки. Но сегодня я буду говорить об одном таком вот как варианте для вас. Эта программа называется Wellness Life Plus. И объясню, почему именно называется Life и еще знак плюса к ней прибавим. Поэтому мы тоже ответим на эти вопросы. Почему именно вот для нас и вот сейчас вот эта вот система в компании Oriflame появилась? Потому что не случайно. Если сегодня задать вопрос, важно ли для вас здоровье, вы все ответите плюсиком в чате. Если сегодня вы, у кого есть детки, я спрошу, думаете ли вы о здоровье, конечно же, вы ответите «да». Если есть близкие, родители, вы, конечно же, скажете «да», вы думаете о здоровье. Точно так же вы думаете о своем здоровье. Но в любом случае, от чего вот это здоровье зависит? А если говорить о такой вот организации, как Всемирная организация здравоохранения, то вот такое важное для нас и емкое слово, как здоровье, оно зависит всего лишь от четырех факторов. И это вот то исследование, которое проводила организация здравоохранения. Здоровье зависит на 10 всего лишь процентов от медицины, на 20 от генетики, на 20 от экологии, и на 50, почти на половину процентов зависит наше здоровье. То есть то, как мы себя чувствуем, половину мы могли бы решить сами. То есть это субъективный фактор, который зависит от нас. Если посудить, ну, вот как есть, то на медицину, на то, что у нас сейчас есть, мы повлиять не можем. Мы только можем сменить врача, но на саму суть медицины, какие-то новые открытия сделать, что-то изменить мы не можем. Изменить генетику свою тоже мы не сможем, но в очень малом, я не знаю, факторе поменять родителей это невозможно, потому что вы уже есть, вы такие, какие вы есть. И вот так судьба дана, поэтому вы нужно любить такими, какими вы уже сейчас являетесь. Экология, ну, если только вы переедете в другую страну, тогда вы поменяете. Но то, что у нас есть, это Чернобыльская авария и так далее, вот все факторы, которые влияют, то же самое изменение климата, мы не можем повлиять. Мы только можем поменять на нас образ жизни. И если говорить о образе жизни, какой он, из чего, из каких факторов состоит, абсолютно из разных. И вот вы даже можете себе в галочку или плюсик поставить, какие факторы у вас соблюдаются. Правильное питание, спорт, труд, отдых – это абсолютно все. И если говорить о
тоже таких исследований, от чего зависит наше здоровье, то вот такую страшилку я вам сейчас слайд, который вы видите. Основные причины смертности, как вот ни странно, это в России проводилось исследование, мы недалеко живем, то как ни странно, вот питание в сумме получается 20-25%, то есть на четверть просто неправильное питание. Поэтому вот наш образ жизни, оно сам по себе такое вот емкое понятие, которое зависит не только наше здоровье, но и наша продолжительность жизни. И иногда от простого изменения своего рациона питания можно предотвратить большинство недугов, большинство заболеваний. И хочется с вами все-таки говорить о хорошем. Немножко таких неприятностей я вам рассказала, что попугало вас, но это так есть. Если вы зайдете, начнете просто изучать, это просто так есть, это так дано. И только от нас самих зависит то, как мы будем себя чувствовать завтра. Какой выбор мы сегодня сделаем, в пользу чего, такой результат мы получим завтра. Мы, наши близкие, наши дети и так далее. То есть наше видение нашего будущего зависит от нас сегодня. И в компании Reflame есть такая вот программа или система. Система Wellness Life Plus, которая в себя включает 4 основополагающих принципа для сохранения здоровья и долголетия. 4. Это такая как система для вас. И каждый из этих вот 4 принципов я сегодня с вами немножко вкратце рассмотрю. Почему я буду сегодня рассказывать об этом? Я расскажу, как должно быть. И просто вот небольшие эти правила, которые рекомендуется использовать для себя, вы берите на заметочку и ставьте, что у вас совпадает, что вы делаете каждый день, а что не совпадает. Вот что не совпадает, иногда может влиять, всего лишь маленький фактор на то, чтобы вам скорректировать вес, на то, чтобы вам лучше себя чувствовать завтра. Поэтому просто небольшие такие вот правила я буду озвучивать, а вы уже смотрите для себя, оценивайте. Так вот, 4 фактора. Питание, физическая активность, пищевые добавки и, конечно же, наш позитивный настрой. Первое, о чем мы сегодня больше подробно поговорим, это о нашем питании. Это то, что у нас есть каждый день. Это то, что у нас есть, вот мы сегодня начинаем наш день, и он начинается с того, что мы завтракаем. Либо у кого-то только начинается завтрак в обед, но в любом случае мы без еды мы не существуем. И каждый день вместе с едой, а еда это так называемые просто нутриенты, либо по другим вот умным понятиям это нутриенты. Это еда складывается из нутриентов. И существует 5 типов нутриентов, которые незаменимы для организма, и мы их должны получать каждый день. Вот как в машине необходимо для того, чтобы ехать бензин, это топливо, так и для нас, для того, чтобы хорошо себя чувствовать, существовать, нам необходимы вот эти нутриенты полезные. Если мы их не получаем, то это значит, когда-то наш организм, как та машина, даст сбой. А здесь точно так же. Так вот. Нутриентов бывает 2 вида – макро- и микронутриенты. Что значит макро? Они должны поступать в большом количестве нам вместе с едой. Углеводы, белки, жиры. Это вот сейчас, если вы посмотрите на этикетку любого продукта, сейчас везде предлагается расшифровка. Сколько углеводов, сколько жиров, сколько белков. Это должно поступать в большом количестве. Вопрос, в каком соотношении должно поступать, чтобы нам хорошо себя чувствовать, чтобы иметь отличную фигуру. Микронутриенты – это те маленькие элементы, которые должны поступать в маленьких-маленьких совершенно дозах. То есть не настолько много, не там не килограмм и так далее. То есть это чуть-чуть необходимо. Так вот, давайте поговорим о каждом из нутриентов поподробнее и вам скажу, как нужно. А вы уже здесь ставьте себе галочку, если у вас все хорошо, и минус, если вы где-то что-то не так делаете, как я буду рекомендовать. Так вот, макронутриенты, в чем самая важная роль, это то, что они дают энергию. Дают энергию, чтобы мы сегодня себя хорошо чувствовали. И нужно соблюдать обязательно очень важное правило, что все нутриенты должны быть в балансе. А в балансе каком? Они дают энергию. Но вопрос, сколько мы получаем и сколько мы потратили. Если мы получили больше, чем мы тратим, то значит мы набираем вес.
Если мы получаем меньше, но тратим больше при этом, то значит мы сбрасываем. То есть здесь вопрос соотношений, в балансе, который важен для вас. Так вот, если говорить о вот макронутриентах, то самую большую энергию для нас дают углеводы. А углеводы для чего они, что они, какую самую важную функцию они выполняют и какие они вообще бывают? Как вы думаете, для чего? Если кто-то активный в чате, давайте свое мнение. Так вот, углеводы самый большой энергетик. Они есть быстрые, есть медленные. Но в чем их различие? Быстрые – это не полезные. Это различные булочки, хлеб, там, я не знаю, пончики. Но медленные углеводы, которые дают постепенно нашему организму энергию. Это каша, овощи, бурый рис, черный хлеб. Это то, что рекомендуют всегда врачи нам для того, чтобы улучшить наше пищеварение и так далее. Это те углеводы, которые дают нам постепенно энергию. Какая разница между ними? Так вот, разница в том, что есть такое понятие умное, как гликемический индекс. В чем суть этого индекса? Дело в том, что когда мы получаем углеводы, это так называемый сахар, глюкозу, в наш организм идет резкий скачок сахара в крови, поднимается инсулин для того, чтобы этот сахар сбить. И причем здесь вот этот вот инсулин, вот такой скачок, не очень полезен для нашего организма. Вот здесь вы видите синим цветом такая штрихованная прямая, это когда мы едим быстрые углеводы. Например, мы съели шоколадку, мы получили резкий скачок энергии, но потом резко очень чувствуем усталость. И так получается, иногда я вот видела и замечала, и рассказывают, в обед хочется очень кушать. Съел, наелся, потом приходишь на работу, к примеру, и вот такое ощущение, что ты сейчас заснешь. Заснешь и хочется спать, это очень резко падает сахар в крови. Это очень такая вот специфика, если у кого-то есть диабет, то есть не рекомендуются продукты с высоким гликемическим индексом, таким вот как булочки и так далее. Рекомендуется употреблять и применять продукты, которые медленно глютен. Это кашка, это различные там фрукты, овощи, то есть здесь вот это вот важно понимать даже для своего здоровья. Это вот польза различная, но с чем еще полезны углеводы? Дело в том, что те же самые фрукты, овощи, они относятся тоже к углеводам, и они дают нам энергию. Но очень важно среди этих вот продуктов – это клетчатка. Чем она полезна? Дело в том, что есть водорастворимая, есть нерастворимая клетчатка. Она плюс еще к этому выводит холестерин, нормализует пищеварение, стимулирует рост полезной микрофлоры и так далее. То есть это очень важно, чем полезны вот эти вот макронутриенты. Жиры, для кого они нужны? Тоже один из второй по классификации макронутриентов. Для того, чтобы у нас хорошо функционировала нервная система. Обновление клеток, здоровье кожи и волос, синтез гормонов, контроль за воспалительными процессами. Это очень важно. Но важно, чтобы вот эти жиры были правильные. Дело в том, что у нас представление, ну, у меня раньше точно так же было, представление о том, что такое жир, у меня представлялось, что это, я не знаю, кусочек сала, который вот здесь вот вы видите на картинке, это было представление у меня, что это жир. Так вот, ненасыщенные, это относится к ненасыщенным жирам. Это те, которые не полезны для нашего организма. А полезные, которые будут выполнять те функции, о которых я говорила, защищать от воспалительных процессов, улучшать обновление клеточек, защищать иммунитет, это будет только ненасыщенные жиры. Это жирные сорта рыбы содержат, оливковое рапсовое масло, орехи, миндаль, авокадо и так далее. Но больше всего не хватает в организме каждого человека, это омега-3, незаменимой жирной кислоты. Если омега-6, организм
получает, ну, кое-как, вот в нашем климате. Дело в том, что у нас нету красной рыбы, чтобы она ловилась вот так вот очень свободно в море, океане и так далее. То здесь это недостаток мы испытываем, именно наша широта, наша климатическая зона. И чем это обусловлено? Что для нас чем не полезно? Во-первых, омега-3 очень хорошо борется с воспалительными процессами. Очень хорошо восстанавливает все функции нервной системы, защищает иммунитет. И важно, чтобы вот эти две незаменимые жирные кислоты были в определенной пропорции, один к четырем. И это очень важно. Кстати, омега-3, омега-6, вот эти вот как буквочки ЭПГ, ДКГ, есть даже в грудных смесях, которые предлагаются для деток. То есть это то, что уже ребеночек должен получать уже с рождения. Незаменимые жирные кислоты. То есть если вы просто ставитесь целью изучить, то есть уже ребенок маленький с рождения должен получать. Если изначально у мамы в грудном молоке это есть, то потом с каждый день нам необходимо, когда мы растем, обязательно, а в том числе и нам точно так же поддерживать свои функции. Ну вот для вас такой маленький небольшой пример для сравнения. Вот мы очень часто покупаем в магазине какое-то масло. Так вот, самое полезное у вас, вы увидите, как ни странно, рапсовое. Здесь вы смотрите, самое главное, по самому маленькому содержанию насыщенного жира, то есть вот этого фиолетового цвета, где меньше всего, так как на предыдущих слайдах я говорила, что самое вредное и полезное, не полезное для нашего организма – это насыщенные жиры, должны быть ненасыщенные поступать к нам. Так вот, рапсовое самое полезное, вот здесь вот вы видите точно так же оливковое в том числе, но оно уступает, как ни странно. Вот. Это вот то, что касаемо жирнов. Я потом вам сориентирую, почему именно чем отвечают наши продукты категории Wellness и какую они функцию здесь выполняют. Белки. Белки тоже важны для нашего организма, но что хочется заметить, что один из важных факторов на данный момент, который есть, это недостаток белков в организме почти каждого человека. 20% населения просто недополучают. Это просто статистика, цифры, которые я вам озвучиваю, которую Организация здравоохранения, Российская Федерация, Академия наук, она просто выкладывает эти цифры. 20% населения просто недополучает белков. И они, в том числе эти правильные белки, отвечают за рост кожи, волос, соединительных тканей, иммунная система, в том числе это белки, для функционирования гормонов, антител. Одним словом, все, для чего, вот, из чего строится и невозможна жизнь. Поэтому, если вы думаете, что просто для того, чтобы поддержать иммунитет, необходимо попить витаминов? Нет. Для того, чтобы поддержать иммунитет, необходимо, чтобы было правильное соотношение белков, чтобы поступало в ваш организм. И если говорить о белках, какие они, как, из чего они строятся, и я вам объясню тоже наши продукты на основе этих. Дело в том, что каждый белочек, вот, который поступает в наш организм, будь то рыбка, будь то, я не знаю, фасоль, горох и так далее, известные, которые белки, это состоят из молекулок, кирпичиков, так называемых аминокислот. И наш организм, когда мы съели какой-то кусочек мяса, ну, курочку, например, что он делает? Он переваривает. То есть что он делает? Получает пользу от этого белка. Он расщепляет молекулу, которая поступила инородная, на кирпичики. И потом из этих кирпичиков строит все, что необходимо нашему организму. Он строит гормоны, которые защищают иммунитет. Он строит органы, восстанавливает, если они болеют. Он строит наш иммунитет. И здесь, если говорить, он просто вот абсолютно для всего полезен, особенно полезен для деток, особенно нужно белки для беременных и так далее. Так вот, продукты, которые бедны белками, это различное жирное мясо, сорта сыра жирные, кисломолочные продукты. Богатые белками продукты – это рыба, яйца, горох, фасоль, обезжиренное молоко и кисломолочные продукты. Это вот те продукты, которые богаты белками.
И если говорить о пользе белков, это не просто энергия для нас. Это вот известные белки, которые есть в нашем организме, которые отвечают за иммунитет. Гемоглобин, инсулин, который принадлежит кольцам, миоцион, участвует в механизме сокращения мышц. Кератин является структурным протеином. То есть вот это вот все иммунитет нашей системы. И он также белки играют роль для развития роста организма, особенно в детском, подростковом возрасте и во время беременности. Если говорить про деток, ну, не знаю, у меня дочка ходит в садик, если посмотреть на меню, то знаю и ориентирую, скажу, что там в основном углеводы присутствуют. Поэтому все мамы, у кого детки есть, добавляйте в рацион ребенка, не знаю, творог, все, что ест, любое из белковых продуктов в свой рацион обязательно добавляйте для тех, кто хочет скорректировать вес. Дело в том, что белки очень влияют на процесс похудения. Они часть именно сбалансированного питания. Не запасаются организмы, и для них переработки нужно больше энергии. Поэтому белки способствуют похудению. Любое питание, либо, ну, условно диету, я их ни в коем случае нельзя принять, но любую диету, если вы возьмете, обязательно есть. А белки всегда не в конце дня присутствуют, то есть вы увидите, курочка или что-то, или яичко, оно всегда в конце дня присутствует. Если вы увидите любое меню, всегда на вечер предлагаются мясо с углеводами, чтобы они хорошо усвоились. Это очень важно. Ну а теперь немножечко поговорим о микронутриентах, которые необходимы для нашего организма. Здесь я не буду останавливаться, я быстро очень буду говорить. Витамины, минералы, они необходимы в малых дозах для нашего организма, потому что они участвуют в строительных клетках, служат для профилактики заболеваний, для улучшения пищеварения. Есть жирорастворимые витамины, это А, Д, Е и К, и причем некоторые из них антиоксиданты. Есть водорастворимые, это С и группа В. Причем очень важно, чтобы группа В поступала обязательно в первой половине дня, поскольку они улучшают нашу эмоциональность. То есть вот здесь вот они такие для нашего настроения больше подходят. И есть минералы, они тоже регулируют процессы в организме и необходимы для различных функций. Железо, селен, кальций, йод и цинк – это тоже разное, вы можете посмотреть для чего. Но важно еще точно так же, несмотря на то, что нашему организму просто необходимы витамины, минералы, углеводы, белки и жиры, но важно точно так же еще немножечко накинуть плащик или взять зонтик, защитить, как условно, если вы идете в дождливую погоду, взять еще зонтик с собой, так вашим зонтиком будут это антиоксиданты. Это все что угодно, которое имеет свойство защищать наш организм дополнительно. Это то, что защитит от внешнего старения ваш организм. И важно еще точно так же, чтобы всегда присутствовала в нашем организме вода. Дело в том, что она транспортирует все полезные вещества. Если мы соблюдаем вроде все правила, все прекрасно кушаем, витамины, минералы добавим, но не пьем просто воды, мы не получаем результаты, так как вся польза, она просто к нашим клеточкам не приходит. Так вот, получается как? Рекомендуемая доза для каждого человека – это 30 мг воды на килограмм веса. И вы узнаете, сколько вам необходимо каждый день пить. Очень так получается, что если мы задумаем, сколько мы пьем воды, то мы заметим, что водички очень мало. Всегда присутствует чай, кофе, суп, и мы считаем, что это водичка. Нет, это точно такая же еда, которую организму необходимо переработать. Вода – и все, это просто вот вода должна быть в нашем организме, которую мы пьем. Ни в коем случае не сок, это уже не считается водой. Это вот то, что норма, как нужно. И важно соблюдать всегда баланс правильного питания. Всегда сбалансировано оно должно быть. Какая же самая важная проблема, которая есть на данный момент в современном питании? Самое-самое важное, что очень мало качественного белка. Я говорила, 20% населения не хватает. Мало необходимых жиров, катастрофически много быстрых углеводов, булочек, я не знаю, мы лучше съедим, ну и так далее, которые
конфетку, там шоколадку для того, чтобы перекусить, вкусности, все различные, которые мы видим. Ну и причем еще не хватает витаминов, минералов, овощах, фруктах. Почему не хватает? Потому что бедная почва, потому что экология, потому что удобрения производятся, потому что сейчас все вот так экология случилась, что большинство производителей лучше удобряют какими-то химикатами, то есть пользы мало от всех овощей и фруктов, которые есть даже в магазинах. Даже в тот период, когда они растут у нас летом, все равно мы столько пользы не получаем, как было раньше. И что очень важно, белки, жиры, витамины, минералы друг без друга не усваиваются. То есть они всегда должны поступать вместе в организм. Поэтому важно, чтобы это все-все-все было вместе. И вот это вот я поговорила о питании. Скажите, кому было интересно, буду сейчас заодно связь проверять, ставьте, пожалуйста, в чате семерочку, немножко вас пошевелю, проверю заодно связь, кому было интересно услышать что-то новое, может, про питание, может, кто-то первый раз об этом слышал, тоже ставьте семерочку. Так вот, если говорить о высококачественных пищевых добавках, вот вторая концепция. Так вот, компания Reflame была разработана концепция Wellness. Она, которая включает уже продукты и программы, которые дают готовые эффективные решения, которые решают вот эти проблемы современного питания. Как я говорила, нехватка белка, нехватка полезных жиров, нехватка витаминов, минералов, переизбыток углеводов. Это готовая программа, которая нам это помогает. Так вот, готовая программа, вот эта, она изначально разрабатывалась просто с продуктов. Вот эти наши продукты Wellness, они разрабатывались в центре Гелиоса. Это центр находится в Швеции, где разрабатывалось известными ведущими шведскими учеными. Причем здесь я могу о каждом много рассказать, но мне всего лишь о нескольких хочется рассказать, с которыми мне посчастливилось познакомиться лично. Эва Ларсон, она справа получается, вот здесь вот вы видите, это один из ведущих сотрудников, она очень любит продукцию Wellness, поскольку принимала участие, она известный диетолог, нутрициолог, но кроме этого очень много статей вы тоже можете найти. Но больше всего я горжусь знакомством со Стигом Стеном. Это известный во всем мире кардиохирург. Он входит в семерку лучших кардиохирургов, то есть, ну, которые вот во всем мире есть. Если вы просто вот ведете пересадка сердца, трансплантация, то есть он котируется на мировом уровне и номинировался на Нобелевскую премию. Так вот, в этом центре Гелиоса, который занимается проблемой вот этого здоровья, wellness, велась разработка этих продуктов. Почему? Конечно же, по многим причинам, так вот, это вот весь ассортимент линейки Wellness. То есть очень много продуктов, видите, и для деток. Это и различные батончики, и супы, и витамины, и здесь антиоксиданты, видите, и коктейли для вас. Вот это вот большой такой ассортимент линейки, который там разрабатывался. Сегодня мы поговорим только о некоторых из них. Поподробнее, конечно же, на другом обучении вы об этом узнаете. Вся наша линейка имеет очень много сертификатов стандартов качества. Один из самых высоких стандартов качества – это стандарт фармацевтический GMP. Что это за стандарт? Это фармацевтический, но плюс еще к этому, конечно же, контроль производства от начала сборки сырья до момента производства, плюс контроль производства и до момента, как доставляется этот продукт нам, вплоть до какой упаковки и каким образом к нам реализуется. Это один из самых высоких стандартов GMP. Но по поводу этого стандарта скажу, что на данный момент в Белоруссии нету, ну, если в аптеку вы придете, хотя бы спросите, нету ни витаминов, ни добавок с этим стандартом самым высоким. Есть одну нашла, но где просто одна упаковочка по стандарту GMP, но не сам внутренний продукт, то есть не витамины, это все без стандарта. Чем же уникальны наши продукты? Ну, в первую очередь, конечно, то, что шведскими учеными, если вы просто зайдете в аптеке, то иногда просто производитель говорит о том, что о качестве.
Ну а то, что они здесь разрабатывают в Швеции, это педантичные люди, которые очень ценят этику, качество и так далее. Клинически доказанные испытания – это те испытания, которые не зависят от субъективного фактора, от нас. Это те испытания, которые подтверждены. Содержат только натуральные компоненты. А в наш век технологий натуральность – это превыше всего. И, конечно же, натуральность – это здоровье. Так вот, давайте поговорим об этих продуктах. Что это за продукты и какие они проблемы решают в современном питании? Первый продукт – это коктейль, коктейли, супы Syria Natural Balance. Они идут в простой упаковочке, вот такая вот упаковочка у них, сухая смесь там находится. Сухая смесь, почему именно коктейль? Вы сухую смесь разбавляете с любой жидкостью и получаете в итоге вот ваш любимый коктейль с любым вкусом. А если говорить о супах, сухую смесь, ну вот как быстрые супы, я ими не пользуюсь, но вот это такой вот вариант, как ими пользуются. Заливаете кипятком, получаете суп. Коктейли и супы Natural Balance разрабатывались Стигом Стеном, профессором, причем они разрабатывались не персонально для компании Reflame, а компания Reflame посчастливилась, что именно его продукты мы имеем возможность предложить вам. Дело в том, что он кардиохирург, и он занимается пересадкой сердца и легких, поэтому для него очень важно не только просто провести операцию, но и кроме этого, для того, чтобы все органы прижились, ему необходимо было позаботиться о человеке до операции и позаботиться о человеке после операции. До операции для того, чтобы он хорошо перенес и был готов к этому, после операции для того, чтобы ему восстановиться и все органы прижились. Но, как я говорила, почему именно этот коктейль он разрабатывался? Дело в том, что я говорила, из белков строятся органы, из белков строится иммунитет, из белков строится наша защита. И ему важно было создать такой коктейль, который позволит дать нашему организму все полностью аминокислоты, которые необходимы человеку на каждый день. А я вам расскажу, что организму, человеку каждый день необходимо получать 21 аминокислоту. Причем 9 из них не вырабатывается организмом. И каждый день для того, чтобы человеку хорошо себя чувствовать, необходимо получать 21. И вот он работал над тем, чтобы вот это вот, это как питание для человека было, над тем, чтобы человек выпил этот коктейль, получил вот этот 21 кирпичик в свой организм и построил нужные ему клеточки, нужные ему защитные механизмы, гормоны, которые необходимы, и максимально быстро, максимально. Почему именно, вот я иногда задавалась вопросом, почему такая цена коктейля, почему? Так вот, скажу, почему именно столько такая цена, потому что организму не нужно его расщеплять на кирпичку, там уже все кирпичики по отдельности. И получается, пользу организм уже получает через 25 минут организм уже может строить свои клетки. А если говорить о продуктах питания, вот самые известные, которые белковые, если говорить, то, например, ну вот первое, что мне вспоминается для больных, это куриный бульончик. То для того, чтобы переработать курицу организму, ну, условно, это от 36 до 72 часов, чтобы получить организму пользу от этого продукта, от курицы и так далее. Либо от кисломолочных чуть меньше продукта. Так вот, организму, который болеет, необходимо было восстанавливаться быстро. И он так вот рассчитывал, чтобы быстро поступал. Здесь это плюс еще этих факторов, коктейли разрабатывались еще для больных, которые склонны к диабету, либо для уже имеют диабет в какой-то степени. И поэтому, когда разрабатывался коктейль, учитывался, какой имеет гликемический индекс. Помните, когда я рассказывала про углеводы, там была такая вот кривая, синяя, и она очень вредна для тех, у кого есть диабет, чтобы это был низкий гликемический индекс. И именно наш коктейль имеет очень низкий гликемический индекс. И еще, конечно же, как следствие было замечено, я до этого говорила, что белки влияют на процесс похудения. И замечено было, что когда вы употребляли коктейль, просто происходило естественное снижение веса.
Вы не сидели на диете, вы ничего, ну как, теряли люди вес. Это просто как следствие. Сам коктейль, я вам рассказывала, он разрабатывался не для цели похудения. Так вот, конечно же, как следствие для веса снижает чувство голода, потребности в сладком, снижает аппетит, предотвращает переедание, здоровье, работоспособность, заряд энергии на день. Это то, что дает пользу коктейля. Потому что 21 аминокислота вы получаете уже суточную норму, которая вот самая минимальная для вас, для вашего организма. Какие же белки есть в нашем коктейле? Они абсолютно разные. И почему, кстати, Стикстен разрабатывал коктейль 8 лет? Почему столько долго, вы можете спросить? Взял, например, переработал, ну вот как я вижу иногда коктейль, вы просто в магазине можете зайти, купить вот коктейль, не знаю, из молока, там, например, или и так далее, казеин там, например, содержит. Почему столько долго разрабатывался? Почему? Для того, чтобы полностью вот эти вот 21 аминокислоту ничего не упустить, 21 кирпичик. И он выбирал стикстен оптимальное соотношение, которое даст организму максимум пользу. И, кстати, белки бывают, они бывают животного, растительного происхождения. И обязательно организм должны поступать и те, и те. Поэтому вегетарианство не приветствуется, потому что организму все равно необходимы животные белки. Поэтому, если вы посмотрите, то здесь в составе есть, если коктейли говорить, два варианта. Это яйца и молоко животного происхождения, один растительный, горошек. Если говорить о сое, это вот все аминокислоты, но здесь уже предусмотрено. Это если полностью для веганов, вегетарианцев, которые вот животные белки, это нет. Вот это то, что Стикстен предусматривал, и, конечно же, это как питание можно рассматривать. Очень маленькая калорийность. Если помните, я говорила, что должен быть баланс обязательно в вашем питании. Вы должны расходовать меньше, получать мало калорий, но расходовать больше, чтобы подкорректировать свой вес. И здесь вы, если посмотрите, польза этих продуктов идет, во-первых, мало калорий, но много энергии вы получаете как таковой из-за того, что здесь содержится много протеина, то есть 7 грамм здесь просто живого протеина. И за счет чего мало калорий? Я говорила, что здесь уже кирпичики по отдельности, за счет того, что организму не нужно перерабатывать. Не нужно эти кирпичики дробить, если бы вы съели кусочек мяска или яичко скушали. То есть это не нужно. Мало калорий, но много энергии. И, конечно же, еще, конечно, плюс хочу сказать, что после коктейля, если у вас ну, все хорошо с пищеварением, то вы 4 часа не хотите кушать. Еще, что помните, я вам говорила про клетчатку, важно для организма. А в этом коктейле еще дополнительно содержится клетчатка, яблочко, шиповник еще здесь есть, сахарная свекла, для того, чтобы он немножечко сладким был. И дополнительно вы получите плюс, принимая коктейль, улучшение пищеварения. То есть, если у кого-то были проблемы какие-то, например, гастриты обострялись, вот это тот плюс, который для вас есть. Плюс еще клетчатка там есть. Вот, и, конечно же, разные вкусы. Коктейли есть шоколад, клубника, ваниль, супов есть спаржа, томат. То есть вы выбираете то, что вам нравится для вас, для того, чтобы просто получить норму для себя на целый день. Если говорить дальше, я говорила о нутриентах, которых необходимо, это витамины и минералы. Если говорить о витаминах, что компания здесь предлагает? Это комплекс Wellness Pack, который уже включает в себя такую вот коробочку, которую для вас компания приготовила готовое решение. Это ежедневная норма витаминов и минералов, омега-3, то, что я говорила, не хватает нашему организму. И тот наш зонтик, который нужен, это антиоксиданты. И, конечно же, что хочется сказать, о каждом из этих продуктов 4 капсулки. Одна из капсулок, это называется шведский Beauty Complex Plus. В каждой коробочке, которую я показывала, содержится 21 такой пакетик, то есть на 21 день. В пакетике 4 капсулки. Так вот, в шведском Beauty Complex содержится астаксантин.
Чем он интересен, чем он важен? Дело в том, что это один из самых мощных антиоксидантов, которые вот на данный момент есть. Он в 100 раз сильнее витамина Е. Чем он интересен? Ну, во-первых, в Республике Беларусь вы его больше нигде не найдете. Вот это шведская бурая водоросль, как засушен, шведская вот эта водоросль, которая происходит в засушенном виде, вы ее найдете только, где она произрастает, на шведском архипелаге и в Японии. То есть вот астаксантина в чистом живом виде в Беларуси нет. Чем еще интересно? Дело в том, что вот астаксантин, он укрепляет, он способствует укреплению, чтобы кожа, зрение, мышц и очень сильно обладает противовоспалительным свойством. Иногда просто вот чувствуете, подзаболеваете, как его применять. То есть вы можете немножко больше астаксантина выпить, чем нужно. То есть 2 капсулки, 3, для того, чтобы иммунитет поставить. То есть это для этого. Еще, конечно же, здесь содержится экстракт черники, но именно экстракт. Дело в том, что еще один из антиоксидантов, этот антоцианин, это натурально водорастворимый. Здесь содержится именно норма, которая необходима человеку на каждый день, на сердечно-сосудистую систему. То есть для вас это очень будет хорошо, если вы хотите не только для зрения, не только для иммунитета, но и плюс еще для того, чтобы поддержать свое сердечко, свои мышцы. Вот это антиоксидант, который наш зонтик. Витамины и минералы, чем они здесь интересны? Дело в том, что они отдельно для мужчин и для женщин, в зависимости от того потребности. Но здесь такие вот двоякая норма есть у женских, то здесь содержится больше железа, больше фолиевой кислоты, мужские больше селена, цинка. Но если говорить о селене, это тот минерал, который отвечает больше за иммунитет. Так вот, если вы чувствуете ну, сердечно-сосудистая система, то можете, например, мужские витамины. Сильно большой разницы в микроэлементах там нету, немножко, чуть больше. То есть вы можете посмотреть, почитать. Если говорить на упаковочке, то я здесь постараюсь увеличить, на слайде я не выводила, почти все элементы 100% усваиваемости. Вот здесь вот я думаю, что все хорошо видно было вам. Почти все-все-все элементы, которые содержатся здесь, на 100% усваиваются организмом. И что хочется сказать об этом... этих витаминов, они не синтетические, то есть их можно применять каждый день, они не требуют перерыва, то есть если вы видите, вот здесь вот я вернулась на слайд, капсулка такая в крапельку, то есть они без каких-то консервантов, добавок и так далее, то есть их можно применять каждый день, потому что каждый день человеку необходимы все-все-все вот эти элементы, которые я говорила, и они очень высокий стандарт GMP, очень высокий, то есть он идет. Производство наших продуктов, они производятся на фабриках Германии, Великобритании, то есть они, это, я не знаю, сама нация, это уже педантичные люди, которые буквочки закона очень следуют, поэтому уже производство говорит о том, что это за продукты. Если говорить об омеге-3, который входит в состав, то я здесь не буду много говорить, захотите, почитайте, для чего польза, для всего. Если вы захотите узнать, для чего, для всего, я не знаю, абсолютно для всего, для зрения, для иммунитета, для волос, для клеточек, для сердечно-сосудистой, для всего. И особенно важно это для деток. Если омега-3 входит в состав грудного молока, то уже что говорить дальше? Для того, чтобы память была. И частота омеги-жир, она проходит 2 раза в год проверку немецкой лаборатории, имеющей специальную аккредитацию. Запатентованная система очистки, это 5 ступеней очистки идет, то есть это не тот рыбий жир, который был известен раньше, и невкусно было, и не знаю, много историй рассказывала, столько это невкусно. У меня мама рассказывала, что и гоголь-моголь делали, не знаю, как-то какими-то, не знаю, мамы различные рассказывают, как они деткам предлагали для того, чтобы это только рыбий жир съели дети. Так вот, здесь омега-3 очень спокойно вы можете есть, потому что он имеет... во-первых, высокую степень очистки. Все наши продукты рекомендуют известные люди. Спортсмены тоже. Захотите в интернете, просто введите в поисковик, например, Ирина Слуцкая и Wellness Oriflame.
и так далее. Евгений Плющенко и Wellness at Oriflame рекомендуют эти продукты. Те люди, которые готовят сарина, те люди, от которых зависит результат их страны, те люди, от которых зависит их результат и их амбиции, они выбирают Wellness at Oriflame. Но больше всего мы гордимся Wellness, то, что сама королева Швеции посетила центр Гелиоса, где разрабатывалась продукция Wellness. А вот здесь на картинке вы видите то, что ей понравился клубничный вкус. А, ну вот то, что гордости наши, о которых хочется. Так вот, в чем заключается вот эта продукция наша Wellness? Но почему именно Life Plus это есть программа? Почему именно такая? Так вот, для того, если вы хотите скорректировать вес, понять, сколько вам нужно сбросить? Вы просто берете для себя вес в килограммах и делите на в метрах, сколько вы, ваш рост, и смотрите. То есть здесь представлена табличка, если захотите, просто сфотографируйте, потом посмотрите, смотрите, какой ваш индекс массы тела. Нужно ли вам вообще сбрасывать, и может у вас все хорошо, просто поддержать себя необходимо. И в зависимости от того, нужно ли, вы выбираете для себя программу. Life Plus – твоя энергия, если у вас необходимо просто поддерживать вес, и вам необходимо просто дополнить свой рацион витаминами, минералами, которых не хватает, коктейлем, качественным белком. Если вам необходимо, вы видите, что хотите подкорректировать, и уже вот цифры за вас все сказали, что необходимо, выбирайте программу «Твой идеальный вес». Вам просто необходимо больше белка. А белок очень важен для того, чтобы вы худели. Просто необходимо больше. И здесь во вторую программу входит больше белка. Второй суп или второй коктейль для вас, упаковочка. И плюс дополнительно в эту программу входит такой вот шейкер, где вы можете спокойно готовить. Уже мерная ложечка для вас есть, где отмеряют в граммах, сколько вам на каждую порцию нужно коктейля. И уже готовая программа wellness-завтраков и wellness-ужина. И самое важное, что именно вот в этой программе, в системе, вы сразу получаете белки, жиры, витамины, минералы вместе, сразу вместе. И, конечно же, много всех преимуществ, 100% натуральное, контроль веса и так далее. Здесь, конечно же, wellness-завтрак – это для вас уже готовое решение. Почему именно с утра нужно, кстати, да, почему с утра? Потому что с утра, во-первых, я говорила, жиры, все-все-все вот это должно быть вместе. Почему с утра? Потому что некоторые витамины необходимы до обеда, как витамины группы В. И они все должны быть. Все-все-все вместе. Поэтому коктейль вместе, любой на ваш какой-то завтрак обязательно полезный. И плюс еще к этому вот это вот саше, которое Wellness Pack. Если не хочется завтракать, можно просто коктейль и пакетик Wellness, то тоже полезно для вас. Но главное, чтобы это все было до обеда, когда вашему организму необходимо, где больше всего усваиваемость. Готовое для вас, конечно же, решение будет это уже wellness-ужин, где для вас предлагается тоже оптимальные уже программы. И, конечно же, если говорить о двух следующих факторах, у нас компания Oriflame, вы можете на сайте, запустила программу wellness-прокачка. Причем wellness-прокачка, она тоже поддерживает вот эту систему Wellness Life, которая поддерживает 4 фактора. И здесь вот эти вот 2 фактора больше для вас рекомендаций дают по поводу физической активности и отличного самочувствия. Если говорить о wellness-прокачке, это отличные результаты, программы для вас и, конечно же, уже готовая система. Если говорить о хорошем самочувствии, позитивном настроении, Вадим Салманов, как тренер, тоже можете его рекомендации почитать. 20 лет опыта в коммуникациях, в продажах и так далее. А вот второй тренер, который, конечно же, почему я об этом рассказываю? Потому что большинство из нас, когда хотят всего самого лучшего, мы хотим получать опытные советы от самых лучших. И вот эти люди – это самое лучшее в своем деле. Елена Санжаровская в wellness-прокачке отвечает за физическую нагрузку. У нее 26 опыта в фитнес-индустрии, 26 лет. И
Это вот, я не знаю, может быть, в комнате даже нет таких людей с таким количеством лет, но это много на самом деле. Это рекомендация Космополитен. Я немножко зачитаю для вас ее рекомендация, может, для вас будет актуально. Вот, к примеру, она рекомендует необходимость определения физической нагрузки. Обязательно перед тем, как, если вы что-то для себя решили, обязательно нужно советоваться с врачом. Иногда некоторые рекомендации, некоторые упражнения для вас не подходят. Тоже еще тонкости, вот такие вот отслеживания весовых изменений. Кто-то из вас начинает принимать нашу программу Wellness Life и замечает, исследует этой программой полностью физическую активность, коктейль, витамины и так далее. И замечает, что не на весе становится и не худеет. Иногда человек просто набирает мышечную массу, и эта мышечная масса всегда больше весит, чем жировая клетка. И получается, что вы визуально худеете, но на весах вы точно так же остаетесь. Поэтому очень важно еще, когда вы начинаете худеть, точно так же делать замеры, потому что, может быть, вы просто мышцы набираете, вы стройнеете вместе с этим. Важно пить воду. Важно пить воду минимум за 30 минут до вашего занятия, до физической активности. И не забывайте, конечно, про то, что если говорите о зарядке, либо еще о чем, всегда лучше, и если вы делаете что-то вместе, вместе с семьей, всегда лучше, когда есть единомышленники, поэтому совместное занятие. Больше мне еще хочется поговорить о правильном питании, которое, и готовых рекомендациях, которые даются там. Мария Голодковская, автор более 1000 рецептов по правильному питанию. Конечно же, одно из важных достижений, она чемпионка по фитнес-бикини. И много-много всего вы можете прочитать, но мне больше всего понравился ее подход к питанию. И она предлагает уже, просто вы можете зайти на сайт, уже для вас готовые решения по правильному питанию, готовые рецепты, вы можете все это найти, уже с готовыми фотографиями, все это можете увидеть, что для вас рекомендуемо и как лучше сочетать все продукты. Несколько правил по ее, вот здесь я почти каждое зачитаю, вы можете себе галочку ставить, что у вас получается, а что не получается. Правила построения здорового рациона. В так любимом нам оливковом масле в основном содержатся полиненасыщенные жирные кислоты омега-6, но практически отсутствуют жирные кислоты омега-3. Чтобы покрыть норму, лучше предпочитать масло грецкого ореха, льняное. Я еще рекомендую, у нас, если по бюджету, можете даже рапсовое, там больше омега-3 содержится. Роль жиров и белков в нашей жизни. Белки очень важны для нашего организма. Растительные белки, бобовые орехи не являются полноценными. То есть, если вы вегетарианцы, они не являются полноценными. Обязательно нужно, чтобы присутствовали и животные белки. Для получения полноценного вот здесь диеты. По поводу диет. Не рекомендую. Никогда не садитесь на диеты, на которые вы не сможете сидеть всю жизнь. Эффект от любой диеты временный, а последствия уже потом приходится после пожинать. И выбирайте образ жизни, а не временные решения. Поэтому вот такие вот маленькие рецепты, дальше я вам тоже поясню некоторые из них, которые рекомендуют. Не есть после 6. Один из самых старых и вредных мифов. Поэтому, если кто-то, или вы еще придерживаете, отбрасывайте, ешьте. Но главное, правильно. Ужинать необходимо за 3 часа до сна, иначе перерыв между приемом пищи будет слишком велик, и организму не хватит энергии для поддержания основного объема обмена, а значит, тело начнет активно запасать жир. Вот такая вот важная рекомендация. Вредные блюда и их полезная версия. Сейчас существует более 7 видов полезной муки, и которые, некоторые из них содержат меньше углеводов, чем нам бы хотелось. Я здесь тоже не буду зачитывать. Здесь есть даже рекомендации, как правильно на сайте приготовить муку овсяную, просто перемолов зернышки, и вы получите. Интересные рецепты блинчиков есть. По поводу молочных продуктов. Говорят, творог не самый лучший источник кальция. В 100 грамм творога меньше, творога 95 кальция. Ну вот она говорит секрет о том, что лучше всего сыр.
Ну и советы дня тоже, если захотите, почитайте. Конечно же, здесь самое важное, чтобы вы сами для себя выбирали не диету, какой-то кратковременный результат, а меняли образ жизни. Поэтому программа Wellness Life, она рассчитана на 12 недель. И вот советы Стига Стена тоже во время физических нагрузок дыхание сокращается, он рекомендует принимать антиоксиданты, рекомендуют астаксантин, так он очень помогает для восстановления мышц. И еще, конечно же, он рекомендует коктейль, если вы хотите похудеть, то необходимо сократить калорийность. Здесь рекомендует коктейль для вас. Если вы следите за уровнем сахара в крови, мечтаете похудеть, вообще хотите получить максимальную пользу, конечно же, нужно, важно помнить, что не смешивать его с напитками, содержащими уже сахар или углевод, такими как сок. То есть я иногда слышала о том, что кто-то с соком каким-то, яблочным и так далее. То есть, если проблема по поводу сахара в крови, то это важно понимать. И wellness pack лучше принимать во время еды или сразу после еды. И обязательно запивать водой большим количеством, потому что есть водорастворимые витамины. Еще один из важных нам советчиков, который тоже принимает участие в программах wellness, работает в Швеции, Элизабет Норстрем, тоже в Швеции проводила нам экскурсию в центре Гелиоса. Она рекомендует просто делать перекусы, такие как вот батончики уже сразу готовые для вас перекусы предлагаются. И еще тоже, конечно же, рекомендует запивать wellness большим количеством воды, и это лучше всего для нас просто вода, не сок, не так далее, просто водичка для нас. Почему именно плюс? Потому что для вас это выгодно, будет еще к этому. Дело в том, что программа Wellness Life еще предполагает то, что вы вместе вас поддерживает, это, конечно же, вы вступаете в клуб. И две программы для вас, которые предлагают 12-недельную систему. Есть определенные результаты. Вот минус 30 килограмм, Надежда минус 40 килограмм. Я быстро очень буду говорить, Елена Голошова минус 12 килограмм. Ну и вот здесь Лена Лебедева минус 32 килограмма. Такие фотографии. Я еще раз тоже, моя есть здесь фотография. Мой результат минус 7 килограмм, но это еще вторая фотография, минус 6,3. Ну вот. Такой результат. Одна порция коктейля с витаминами дает полностью заряд на весь день. Кто-то спрашивает по стоимости, компания предлагает систему подписку, стоимость вот на день вот этой вот системы, где вы получаете полностью все, что вам необходимо организму. Вы здесь видите, да, 3 рубля 9 копеек, 5 рублей 9 копеек, в зависимости от того, что вы хотите получить. Если говорить о стоимости, это равноценно, что вы сходите в магазин и начнете вот составлять дотошно, как это нужно. Это минимум 100 тысяч, это, конечно же. Плюс здесь вы дополнительно получаете консультации диетолога. Вот что необходимо сделать для того, чтобы попасть нам в группу. Пройти тест на состояние здоровья. Здесь, конечно же, вся анализ тела для вас проводится. Разместить подписку на один из вариантов, который Wellness Life. Следовать программе и, конечно же, получать результаты через 12 недель. Светлана, ну, здесь все зависит от того, как вы хотите послушать полезную информацию. Все время я тоже вижу. Переходить на позитивную сторону жизни, конечно же, почему плюс выгодно, потому что четвертый набор вы получаете уже со скидкой 95%, вы здесь, кроме этого, становитесь участником клуба Wellness Life Plus, и, конечно же, как преимущество для вас здесь будет, кроме этого, что со скидкой 95%, вы как участник премьер-клуба будете получать продукт с 50% скидкой. То есть еще дополнительно в каталоге нашем Oriflame вы можете выбрать либо туалетную водичку, либо еще дополнительно для себя витамины или омега-3 для ребенка со скидкой 50% в аптеке. Вот это то, что для вас программа Wellness Life Plus. На моих часах 19:59. Мы сегодня за час с вами послушали много чего полезного про программу Wellness. Пожалуйста, дайте обратную связь, было ли вам полезно, понравилось ли. В общем, все, что вы хотите сказать. Ну а для тех, кому интересен вопросы,
как заработать, откуда брать деньги, как наш проект работает, с чего начинается работа, какой функционал. Я приглашаю вас на следующий вебинар, который состоится в 20:00. По другой ссылочке вам нужно будет из этой комнаты выйти, зайти по другой ссылочке. Будет проводить старший менеджер в открытой квалификации директора Ольга Костина.